46-летнего жителя Набережных Челнов задержали полицейские по подозрению в убийстве своего 60-летнего соседа. Последний постоянно приносил в свою квартиру вещи из мусорных баков, но соседи фактически филиал свалки у себя за стеной не устраивал. Во-первых, из-за соответствующего запаха и тараканов. Во-вторых, чистоплотностью мужчина не отличался и в общественных местах. Говорят, он справлял нужду прямо на лестничной площадке. Терпение одного из соседей лопнуло, когда он, будучи нетрезвым, встретил пожилого мужчину в подъезде. Вспыхнувший конфликт быстро перерос в рукоприкладство, и он до смерти забил мужчину. Тело погибшего обнаружили в коридоре общежития на следующий день. По данному факту Следственным органом Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». Подозрению в совершении преступления задержан ранее неоднократно привлекавшийся к уголовной ответственности 46-летний сосед потерпевшего, который дал признательные показания.